Друзья мои, здравствуйте. У нас сегодня четверг, 7 января, и нам с Эллой будут делать вакцинацию от ковида. Ой, еще осталось полтора часа. И посмотрим, как мы завтра будем с хвостиками и с иракезами. Что будет после того, как нам сделают прививку, мы вам расскажем. Ой, вы, вот, видите, мы только что сделали прививку. Мою руку возьми. Вот. Только что сделали прививки. Мою руку не видно. Да, видно твою руку, вот, все, наши руки. Капец. Да, сделали прививки от короны. Вот теперь смотрим, что будет. У Игоря пятачок растет. Хвостики вырастут, пятачки вырастут. Ой, это полчаса после прививки. Смотрите, рожки растут. Ушки выросли, наверное, еще и хвостик растет.